Белые банты, яркие букеты и счастливые лица детей. Школьные линейки прошли во всех микрорайонах городского округа. Более 30 тысяч детей вернулись за парты, и из них около 4 тысяч первоклассников впервые ступили на порог школы. Этот день стал особенным не только для самых юных школьников, но и для учащихся школы номер 22. Они начали учебный год с новоселья. Жители Сходни очень ждали открытия нового корпуса. И в День знаний заветная ленточка была перерезана. Новое здание рассчитано на 550 мест. Просторные светлые кабинеты, современное оборудование и уютная детская площадка. Очень рядышком с домом, мы очень рады. Спасибо огромное, что открыли новый корпус. Рады, потому что старая школа была очень плохая. Наконец-то мы дождались. Всего в подмосковном регионе 1 сентября открылось 10 новых школ, 5 из них в Химках. Цифра внушительная. Проделанную работу в городском округе оценил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Поздравить всех в этот торжественный, очень важный день. Всех, кто начинает учебный год, конечно, наши самые маленькие. На этом праздник не заканчивается. Уже совсем скоро всех первоклашек ждет грандиозный праздник «Дети – наше будущее», где каждый ребенок сможет попробовать себя в различных профессиях. Мероприятие пройдет 15 сентября в парке культуры и отдыха имени Льва Толстого. Ксения Каретникова, Дмитрий Бочаров, служба новостей.